Привет. Представься. Слот. Кто твой оппонент? Арут. Пару слов о его батах. Да нихуя о нем не скажу, блин. В принципе. Парень молодец. Арут сила. Армения едина. Вот так вот все, что я скажу. Ну, удачи, то есть. Да, спасибо, все, до свидания. Привет. Здравствуй. Представься. Арут, 10. Кто твой оппонент сегодня? Слот. Пару слов об оппоненте, о его батлах вообще. У него был один батл, неплохо достаточно сделал. Должны были с ним батлить раньше, но по разным причинам мы это не сделали. Не так давно увиделись, обговорили, решили, что все-таки батл нужно сделать. И вот мы здесь. Какой настрой на этот батл у тебя? Да, вот такой положительный. С отрицательным настроем сюда смысла нет ходить. А можно рекламку? Нет. Тогда все. Тогда удачи. Удачи. Всем салют, это Арена Battle Rap. Дайте максимум шума! МС слева, представься. Арут, 10. Дайте ему шума! МС справа, представься. Слот. Дайте ему шума! По итогам жеребьевки начинает МС справа. Поехали, дайте максимум шума. Первый раунд. За все? За все. Отвечает каждый. И пока я ждал ответ от самого себя, Арут нетерпеливо подыхал от жажды, ведь парню было что сказать. Слышь, парень, и много ли ты берешь на себя? Гонор в интернете, на камеру мне пизда. Пизда? Шутки про кекс с бананом? Мне страшно, правда. Гуччиберцы на ноги, футболки со стразами, доспехи Арута — это доспехи гладиатора. А его страшный образ. Он доводит детей до слез. Щелчок, вот так он доводит дам до оргазма. После его капельных раундов на биты убежал Димаста. Ты копил на него налик, ставил людей на бабки, но я сейчас дам тебе пизды, так что не улыбайся, падла. Хотя, какой пизды, здесь нужны шутки, чтобы толпу расшевелить. Хромая лошадь, танцы, да, зажгли, так зажгли. Это жестко, скажи, детский лагерь Регил. Ты был сорван с цепи, я довел до петли, улыбок больше нет. Был покорен этот Олимп, твоя дева верна, но краснеют огни, так что сгинь. Мне не нужно и второго раунда, чтобы раскрыть всю сущность этого клоуна. Театрал, такие как ты, шутки про пизду и хуй, Цимерскую бухту. А его действия на камеру. Все помнят, когда он танцевал с Вишусом? Это уроки. Танец живота. Я представляю, с каким лицом на это все смотрит твоя женщина. Ведь тебе выше 20, ты взрослый дядька. Мне 18, иногда летаю по облаках. Но на батлах надо не шутить, а уметь говорить. Без этого не будет уровня. Развивайся, повернее, пошел нахуй. Как и на батле с МЛД. Этот парень еще для батла не созрел. Это опыт, который нам каждому дан. Я рад, что когда-то здесь участвовал, хоть и недолго. Данил, не держи обиды. Респект тебе, организации, всему коллективу. Всем тем, кто был на арене с начала и до конца. Это гладиаторы арены. И мне не стыдно это сказать. Чупакабра МС, победа, хоть и покинул этот строй. Ты останешься на батлах? Я останусь с собой. И так всегда накидаю пару строчек про себя, мы все варимся в котле. И всех тут надо угощать и про друг друга накидаем пару шуток. Как передает за проезд туберкулезик маршрутка, как тренирует Арут футбол у детей. За деньги нет, и пару деток нарожай, Арута клуб для овощей, краснодарский урожай. Ты подожди, время... Тихо, тихо. Ты подожди, время тут осталось пару строчек. Ты захотел покушать и ударил мне по почкам? Это кулинарная история в концовке хороша. У домохозяек новая заправка для красного борща. Ты покушал, я так рад, это еще одна история за его прекрасные глаза. Я нассал еще компотик. Может, хочешь на десерт тортик? Не хочешь? Ладно, я бы там что-нибудь затерял еще про сладкую месть, но это было бы горечь момент. Вот так я решил скрасить твое одиночество. Молодец. Такое ощущение, что я как будто вот у Цутарска. Ну ты молодец. Серьезно, тебе вообще респект. Не надо меня обнимать. У меня девушка есть. Да, у меня тоже. Да, я знаю. Все, все, раунд. Че, давайте. Дайте шума. МС слева. Первый раунд, поехали. Дайте максимум шума. Я для многих тут типа клоун. В рифмы смешные, читаю вам фразы, но сегодня все будет по-другому. Я начну разъебывать сразу. Ты так сильно хотел попасть на арену, делал все, чтобы показаться тут мгновенно, чтобы быть там самым заметным и самым ярким. Наш слот даже знал. Две заявки. Да-да, две заявки. Я говорю вам без обмана. Слот, а почему всего две? Почему так мало? Почему всего две заявки? Твой КПД слишком низко? Ты проиграл бы даже батл по количеству заявок обалбиску. Ты сдал две заявки, ведь хотел два турнирных места, но то батл с между собой был бы сам скучным и неинтересным. А, или это подвязать организации способ особый. Смотрите, я написал две заявки, я очень работоспособный. Хотя нет, мне кажется, я добрался до сути. Для тебя писать заявки, как твой секс. Два раза по одной минуте. Слот. Я девственник. Слот, ну реально.
Ничего лишнего. Ну зачем писать две заявки, если у них нет никакого отличия? Так что, Слот, ты для меня здесь в роли мишени. Так что давай без лишних телодвижений. И чтобы просто шутить, мы уже не в том положении. Так как мы оба идем тут без поражений. Да, мы с тобой оба спуску с поражения не отведал. Но в отличие от тебя, мне досталась честно каждая победа. Я готовился к каждому батлу. Я заслужил свой каждый судейский голос. А что ты? Тебе просто достался приятный бонус. Тебе дали автопобеду, ведь оппонент отказался от батла. А ты такой, типа, да и похуй. Ну и ладно. Раз есть в кармане две победы, значит ты проходишь полуфинал. Но ты тогда не победил. Ты тогда лишь просто не проебал. Но какова цена победы, для которой ты ничего не сделал? Ты просто сидел дома. Ты оказался максимально мягкотелым. Вот когда мой оппонент отказался от батла, я не сидел сожру руки. Я намутил себе другого соперника. И это было не тупо от скуки. Ведь я понимаю, что мне было бы стыдно за такие подачки. А то поступил как маленький трусливый мальчик, которому просто дали победу, для которой ты не сделал ничего. Все выходит, что безопасный сыкливый щенок. Хуйня. Ты бы мог, как и я, настоять на том, чтобы тебе соперника нашли, но ты промолчал, ведь так проще и удобнее, да меня от тебя тошнит. Mm-hmm. Слушай, Слот, тебе, походу, похуй на батлы, и лучше от них отойти. Ты сегодня меня автопроебал, потому что тогда ты автопобедил. Слушай, а если бы я не пришел на батл, ты бы тоже на свой счет победу записал? А если не придет соперник на финальную встречу или полуфинал, что, тоже будешь знать себя чемпионом, прошедшим нелегкий турнирный путь? Нельзя победу назвать победой, если ты в поединке даже не можешь продуть. И на своем прошлом батле этот еблан упомянул меня в своих строчках и сказал, что он тоже армян. Слышь, блядь, мой маленький армянский босс. Какой ты нахуй армянин? Посмотри на свой нос! Ты нихуя не армянин! Я готов заключить с твоей пари. Если ты будешь жарить шашлык, он обязательно подгорит. Но знаешь, что самое забавное, правда? Что он кричит, что он русский, и весь такой типа правый. Армян нацист! Ну пиздец ты странный поцик! А как ты кидаешь зиги? От шаурмы к солнцу? Вот это ячейка, и по ходу твоей ячейки логики пусто. Да, ты весь такой типа правый, и по факту топишь за русских. Кричишь, небось, Россия для русских, но сам говоришь, что ты армян. Мне даже не надо давать тебе поебалу, ведь все выходит, что ты должен отпиздить себя сам. Раус! Е-е, дайте максимум шума! МС справа, второй раунд, поехали! Вот все пиздец, что я там орал, что я правда, блядь, дурак, нахуй, головой думал. Извини, это первый раз. Только... Смотрите, второй раз, блядь, ты пиздел то, что автопобеда, да, там у меня была. Нихуя, я узнал о своем, блядь, то, что у меня тип слился за день до батла. Я написал Дане. Так. То, что типа, блядь, давай оппонента. Он сказал, этому никому не интересно. Так. Так. Вот так, блядь. Короче. Ладно, все, ладно, извини, пожалуйста. Не прощу. Короче, все, так, тихо. Немножко отступление такое будет. За все отвечает... А, так, стоп, нет, сейчас. А я снова сижу перед монитором и напрягаю глаза. Стуки клавиш подстроились под стуки сердца. Это то, ради чего я иду, но для такого будущего нету места. И вот, воспрятый духом, покатился снежным комом, оставив двери нараспашку в поисках нового дома. Ты путник, бродивший по сознанию. Смотри, для родных твои поступки, как падение звезды. Ни туда, ни сюда. Вроде есть вопрос, зачем? Ты встал на ноги, подрос, вот он, взрослый человек. Добивайся всего, сам себе сказав эти слова, уходя от своей цели, понимая, что ты слаб. Нет, дружище, ты тут локти не грязи. Время доведет всех детей до седин. Песню записали, без критики, увы. Ночью дома накидали пару строчек на листы, на телефон и микрофон. Полетели слова, они осели высоко и вдыхали облака, взлетали выше, чем Икар, видели звезды. Нет, они нам не нужны. Время доведет всех детей до седина. Ты постой и посмотри, я тут парень из толпы, который делает тут грязь и покажет этот псих. Думал, с тобой покончено, я про тебя забыл? Последний раз он зачитает про Аруто косяки, хотя какие косяки? Театральное убожество, твои раунды похожи на мучения заложников. Это южный город, ветра со скоростью пули, а после твоих раундов приходится выносить ведра слез, ведь мы попали на мюзикл спектакля «Нардос», так что брось нести хуйню на камеру, но ты подумаешь. Вот мы подумаем, а чем же Рут нас удивляет с каждым батлом? Вы заметили? Шутки вот про всех, а потом вот это у него грозное ебало. Пиздец, блядь, прям как стиль... Русика 13:47, вот, блядь, воплоти. Ты спиздил у него все. Орут, перестань косить под Русиком, ведь он русский парень. Вы с ним оба похожи, ведь проебали в финале, то есть на будущее парень. Хотя я видел твоего оппонента, это хуйня. Честно, вот, который тебе... Так, лучший, кто он? Лучший судья на батле. Вот, у тебя Русик 47, да?
Русик, ну не лучше он для тебя батл. Фотографии с ним. Просил меня прийти на тот батл, чтобы Руси оценил. Но мне похуй, пойми, тем более на мнение Руси, мне похуй на твое и на мнение судей. Сейчас другая цель, но я добьюсь, не оглядываясь назад. Ну так что, Орут, скажи-ка нам, кому теперь пизда, пернатый твой клюв закрывает глазок, когда ты скрываешь хаты, вскрой вены. Нет, пошел-ка ты нахуй. Если это батл рэп, ну, все нахуй. Короче. Все, раунд. Дайте шума! МС Сева, второй раунд, поехали! Дайте максимум шума! Слышь, слот, мне хватит всего пару слов, чтобы доказать, что батл рэп это мое ремесло. И даже больше скажу, но совсем не твое. И чтобы ты не сказал, тебя ждет проеб. Ведь я готовился к батлу, искал инфу беспощадно. Думал, дам хлеба и зрелищ, и зритель останется сытым. Но ничего не нашел, ведь ты пиздец какой скрытный. Прям человек социофоб. Скрылся в полупрограмме, ни одной фотографии ни ВКонтакте, ни в Инстаграме. Мол, ты закрытый парень, и тебе так просто не подобраться. И вся инфа о нем, это секретная информация. О том, как выглядит этот парень, не знает никто. Я позвонил в ФСБ, кинул запрос в Интерпол. Однажды я спиздил документы. Да, это была грязная работа. На радостях открываю твой паспорт. Ну и даже там нету фото. Ебать, чувачок, ну что ты за тип? Когда он слышит слово «селфи», у него сразу нервный тик. А мы живем с ним на одном районе, и мне стало интересно, что о нем говорят. Но о нем правду никто не знает из наших местных ребят. Ты удалил все фотографии, всю информацию спрятал, но факты тебе все равно всплывают рядом. Думал, раз о тебе никто ничего не знает, то ты необычная фигура. Но нет, друже, о тебе никто ничего не знает, потому что никому нахуй не нужен. И знаете, что меня тут пиздец бесит? Что все пиздят, мол, ору 10, он здесь только за хайпом, он тут только за ним. Да кем себя вообще этот хайпажор оценил? Снимал ради хайпа видосы, ради хайпа вызывал Димасту. Да если ты так думал, дебил, то это было напрасно. Я делал это не ради себя, пусть каждый мудак уяснит. Я хотел привлечь внимание нашей площадки и новых людей сюда привести. Знаешь, что наше отличие тупое это тело. Пока кто-то пиздел и не делал, я не пиздел, а делал. Пока вы говорили, что снимать видосы стрёмно и противно, я пытался помогать проекту интересно и креативно. Снимал видеопредложения. Дисел, Викшаса, петуха, вызывал Димасу. Я эти внимания привлекал, но не себе, а проекту. Ведь я ему благодарен, помогать готов. А вы продолжаете просто пиздеть. Вот вам средний палец, fuck off. И, наконец, пришла пора на «ды» расставить все точки. Недавно мне пишет слот, говорит, что батлить не хочет. Может быть, залечу на мейн, а турнир когда так-то не мое. Слышишь, ты что, совсем долбоёб? Зачем ты и тебе подобные вообще приходите на батлы, чтобы с них потом сливаться, как последние падлы? Вам дали возможность батлить, дали возможность самореализации, а вы просто берете и подставляете организацию. Ты выходишь на батл, но ты выходишь с поднятыми руками, такие как ты даже трудно назвать мужиками. Ты занимаешь здесь чьё-то место, а потом говоришь, мол, да я думал, что слишком поздно. Такие как ты называют Максимом Паровозом. Если начал, то иди до конца, ну тебе так, чисто к сведению. А ты вдруг резко передумал, такой вот батл МС по настроению. И пошел нахуй каждый мудак, что тупо сливается с батла. Это ору 10 от начала и до финала, потому что так принято, потому что так надо. Раунд. Дайте максимум шума. Ну что, ребят, судей у нас нет на этом батле. Решится все голосованием в паблике. Все, дайте максимум шума. Всем спасибо, на этом мы закончили.